Привет, Верхнекамье! Прошло всего 3 месяца, и вот результат. В Яйве был установлен новый арт-объект «Молодежная Яйва», расположенный у ДК «Энергетик». Появился он благодаря проекту инициативного бюджетирования и неравнодушных горожан. Однако недавно новый арт-объект изуродовали вандалы. Напомним, в случае разрушения оборудования любого муниципального объекта администрация будет обращаться в полицию для привлечения ответственности. Родник в Соликамске получит вторую жизнь. Местные жители отмечают, сейчас источник не пригоден для использования. У конструкции покосился навес, сливная труба засорилась, а вода из родника бежит в щели между бетонными кольцами. Источник создан не просто для красоты. Местные оттуда черпают воду. Хорошая новость. Проект благоустройства уже разработан. Его ремонт будет выполнен частным инвестором в следующем году. Переносимся еще севернее. Спортсменки из Чердани вошли в состав сборной Пермского края. А все благодаря победе на первенстве края по кикбоксингу среди юношей и девушек. Участвовали порядка 300 кикбоксеров со всего региона. А Чердани принимали участие 8 ребят из отделений бокса и рукопашного боя военно-спортивного центра «Север». У 3 девушек золотые медали. Рубрику «Верхнекамье» сегодня подготовили Виктория Пеннер и Даниил Буторин.